Внимание, на ролике присутствует ограничение по возрасту. Приветик. Казалось бы, обычный, добрый и спокойный день. За дверью травка зеленеет, птички поют. Пойду прогуляюсь. Мда, какого дьявола здесь происходит? Повести оказаться здесь могло только мне. Добро пожаловать в закулисье. Итак, поняв, что я конкретно так встрял, и что я вряд ли смогу попасть обратно, у меня не оставалось другого выхода, как начать свой путь в один конец. Вокруг все было однотонным, довольно мрачным и очень загадочным. Меня это пугало, и я ждал с каждым мгновением, что со мной может что-то сейчас случиться. Исследуя этот лабиринт, я время от времени нарывался на комнаты с разными объектами, в которых не часто, но попадались какие-то вещи, способные мне помочь выжить здесь. Моим мозгом овладел невероятный страх, который вызвал жуткие галлюцинации. Двигаясь глубже, я натыкался на все более странные места и понял для себя, что здесь есть уровни. Для меня это стало большим удивлением, особенно когда я попал в некое подобие бассейна, где было очень много воды. Следующим уровнем стали коридоры со шкафами. В них попадалась разная канцелярия, но толку от нее немного, ибо карты у меня никакой не было. Моментами я попадал в резкие переходы между уровнями, где находил комнаты с разным боевым снаряжением. Отказываться от такого я точно не стал. На уровне с большими парковками мне попались небольшие холлы с автоматами питания, где я немного подкрепился. В одно из мгновений я попал в какой-то торговый центр, что для меня стало огромным удивлением. Я до сих пор задавался вопросом, что это за место, как это все возможно, и есть ли тут кто-то кроме меня. Пока это оставалось для меня загадкой. Поднявшись по лестнице, я нарвался на двери с надписями «Выход», пройдя через которые я очутился в красном помещении.